Пензенский митрополит запретил священникам освящать продукты в магазине перед Пасхой. Запрет связан с тем, что некоторые производители заявляют, что их продукция была освящена. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин предостерег верующих от покупки в магазинах освященных куличей и творога в предпасхальные дни. Освящение куличей в магазине – это обман, это желание заработать на светлом празднике, заявил архиерей. Он сообщил, что в минувшем году были случаи, когда куличи в супермаркете продавались с указанием имени священника, который якобы осветил пасхальные яства. Стали разбираться, оказалось, что священнослужитель об этом ничего не знал, сказал архиерей. Я категорически запрещаю освящать что-то в магазинах перед Пасхой. Для этого есть храмы. Священники, которые нарушат запрет, будут на полгода отстранены от служения, сказал митрополит.